Итак, всем привет. Сегодня у нас очередной стрим по Heroes of the Storm. Сегодня мы, наверное, ну не знаю даже как сказать, к радости многих, возможно, стримим именно на Твиче. Немного сейчас вот испытаем именно такой формат стримов, именно там Twitch, а не YouTube. На YouTube, естественно, наш Гоха Медиа записи будут заливаться, вот, так что подписывайтесь тоже туда, ну и на Twitch тоже, чтобы быть в курсе событий. Посмотрим, сколько мы будем стримить на Твиче. Ну, увидим. Так, сейчас пока у нас все подключаются. Чат я читаю везде, где плеер размещен. Так что можете писать. Правда, из-за того, что у меня один монитор, я не всегда могу прям быстро среагировать. Join channel. А зачем такой join channel? Задержка. 10 секунд. А фиг знает на самом деле. Сколько задержка? Ну, задержка где-то 5 секунд 15, наверное, потому что у меня рестрим небольшой идет. Вот. Так что, так вот. Задержка тут, в принципе, не такая уж и большая. Сейчас я даже сам проверю. Я пока тогда переключу на нашу основную сцену, пока у нас весь народ подключается. Так, как у нас попасть в пати? Вы должны зайти на наш канал join.koho.ru. Он где-то был выставлен. Не был выставлен, ну ладно. Join.koho.ru, ну вот как он меня тут пишет. Вот так должен канал называться. И вперед. Enter. Я имею в виду команду. Ну уже теперь можно войти и использовать. То есть по-русски. Хорошо с предстрима. Да, спасибо, DJ Respect. Где стрим? На Твиче. Так. Ну что, сегодня у нас будет ранкет. Так что готовьте своих героев. Ой. Кстати, команда Лига 500 с этих. Надо. Ну, не знаю, у меня команды пока нет. Так, ну, просмотров там потом прибавится, я надеюсь. Вы, кстати, тоже не забывайте подписываться, а то мало ли что имеется в виду на наш YouTube и на наш этот Twitch. Я всегда что-то как-то привык с долгой задержкой на YouTube, и теперь как-то не знаю. Задержка 20 секунд, но это нормально. Так, плюс у кого 10 купленных героев. Сразу тайминг видно. Варлок. Так, тихо. Надо Форзера захватить. Гредет. Ну и последний Диджи Респект. Вот, ну я смотрю, Форзера такой же левел, как у меня. Диджи Респект 29. Быстрым мы не будем, у нас только лига. Что вы, ну, быстро я как-то, не знаю, сейчас в лиге, мне, так сказать, покомфортнее, вот. Себя ощущаешь? Первый пик и баны, и опять я забираю первого. Не люблю никогда пикать первым, совершенно. Танка Сильвана, ну ладно, ок. Я думал первого так, танка пикать. Ладно, я взял Сильвану, так что Сильвана у меня одна из топ. Ты уже, ну да, ну я немного не проследил чат. Еще раз, я везде читаю. Если что. Прям везде. Ну, правда, на них я не так вот быстро отвечаю, потому что у меня сегодня монитор. Не всегда могу следить. Прям вот так вот. I'm here to help. У нас еще и Джайна. Кель. А у них, кстати, Ригар и Фалстрад.
Ну, насчет Ригара не знаю, посмотрим, какой у них вообще будет пик. Фалстрат, ну, его, в принципе, убить можно. Хотя он меня много контрит. Джоанна. Вроде у Джоанны, как кое-кто говорил, какой-то чит там. Вроде, ну, увидим. Еще какой-то чит появился на тап. Какой-то талибак, но вроде хотят пофиксить, Близзарды сказали. В одном из блюпостов. Ой, Мурчель. Странная у них конфа, на самом деле. В принципе, она может убивать, особенно под... В принципе. Щит Исадары. Воскрешалка у Ригара, грубо говоря. А у нас... Слишком ватненький герой. Ну, посмотрим, все от рук зависит, опять же. Чё сцена? Сцены чего? Вот Чупа 322, это интересно, не как у Нескандий, то мало ли. Верлейбл не тот. А, ну... Верлей нормально у меня все. Максайдер, спасибо за подписку. Правда, ну, я хотел вообще музыку как-то настроить на это все подписки, но что-то как-то... Надо найти такую, на которой будет YouTube не ругаться. А то YouTube такой нежный в отношении всякой там музыки. Верлей мне всегда тот был, я не убираю тот Верлей, потому что там особо нечего смотреть. Я вот не знаю, есть, конечно, такие штуки, ну типа как вот в Лоле. Выпиливаем Фалстрада, окей, без проблем. Радар сейчас запустим, как Варчей же. Это будем выпиливать. Ну вот, есть такие штуки на Твиче, не на Твиче, а в Опсе, для Опса. Типа автосвич сцены, но там для Лола надо будет проверить, если такое. По-моему, нету для Heroes of the Storm, потому что как-то... Ну, нету здесь, мне показал. Ну, это даже не место называется. Такого момента, когда надо свич... Когда можно автоматом свич сделать, хотя... Надо еще проверить, как это работает. Я не давался подумать, как это работает. Ну просто в Лоле там отдельно лаунчер и сама игра, а здесь у нас все в одном месте. Вот. Да, мы на Твиче. Решили пока так. Heroes of the Storm сделать. Экспериментик. Ну, естественно, все записи у нас на нашем Ютубе будут медиа. Счет у нас первые уже смерти пошли. Ну, у нас тут, кстати, на нашей линии Мурки. А, не особо профессионального Мурки. Можно и поубивать, на самом деле. Ну, я вэшку кидаю, можно сказать, его отгоняю. Он рыбу свою мимо кинул. Вообще беспалевный такой. Надо еще одну вышку, в принципе, его можно было убить. Правда, яйцо тут, не знаем где. Я пытаюсь чекнуть этот пак с табом-то. На самом деле нам сейчас надо, ну, чуть-чуть линию пропушить и сдать наши эти кристаллы, там у меня уже 10 штук. Заменить. Сейчас сделаем. Mm-hmm.
Меня пошел менять. Только сдать надо. В смысле? У кого-то явно ползуночек со звуком не включен. У меня-то все работает. Убежал. Хотя можно было яд использовать. Ну, я его как-то сейчас пока немного жалею. На низу никто не фармится. Не, вообще Сильвана такая дерзкая иногда бывает. Как герой. Мне точно нужен 7 левел, на самом деле. Просто с точником. Да мне будет комфортнее. Просто я на 7 левеле беру хилку. Понимаешь, грубо говоря. А, у них, кстати, самое главное, у них инвизоров нету. Инвизоры для меня лично это вообще бич. Ну, кроме Зератула, вот новое, это, не знаю, мне навсегда не нравится в противоположной команде. А в нашей обычно нубики попадаются. Больше никак не скажешь. 17 штук надо его убить. Еще на самом деле надо внизу немного помочь, я смотрю. Тут кого-то прессуют. Отлично. Ну и чуть-чуть вот опыта. Совсем чуть-чуть. Качи противника приближаются. Но это, наверное, Регар, который 17 сдал. Поэтому я хотел его убить. Теперь мне на центре нужна помощь, потому что их тут трое. Хотя, ну, я с ними могу простоять. В принципе. Но я не уверен, так, чтобы на 100%. Морки что-то как-то, не знаю, пассивно играет. Так, и сейчас надо наверх. Что у нас там? Оу, какие люди. Здорово. Нету. Ну как, она мне меньше чем половина, это уже некомфортно, потому что сейчас придется, наверное, бегать по всей карте. Я постоянно спамлю этими способностями. Мана любит в ненужный момент заканчиваться, прям совсем ненужный. Джана что-то тоже у них как-то пассивно действует, я смотрю. Ну, ульта в одного, ладно уж. Неправильно в одного улететь. Ну бывает, сегодня у нас первая игра. Разминочка. Ну, кстати, ведем по счету. Не по счету, а по левелу. 1-9. Это довольно хорошо. Ой, убежал.
Ну ты конечно, дерзко тут ворвался, я смотрю. Все, теперь надо отходить. Ну, я говорил, маны нету. Что-то слишком изи. Потому что я, наверное, давно не играл. Кстати, у нас была тема на форуме, но, правда, в новостях мы тоже о ней пошумели. Когда там, 15 числа вроде начинается Е3, ну вот, и от нас, по-моему, поехал Мифун и Сиротин, вот они, скорее всего, возьмут интервью у разработчиков Heroes of the Storm, поэтому надо будет чекать все это дело. Ты шо, у нас будет интервью небольшое по Heroes of the Storm. Ну, скорее всего, по окончанию Е3, потому что когда все приедут, на материал пришлют, тогда и будет. Примерно так. Вот. Так что ждите. Возможно, будет в видео формате это интервью, поэтому лучше подписаться на наш YouTube еще. Ну, мурки какая-то у них вообще не очень. Ну, я просто знаю, с кем сравнивать. Какой мурки у меня в друзьях есть. Упс. Вот это я сейчас промахнулся, кстати, на самом деле. Если бы я не промахнулся, то такой бульты бы вот. Тихо. Ну, этот крит сработал. Ульта от Регар бы не было. Ну, я не сказал, что мы их рвем. На самом деле, если бы у нас был стак, то мы бы их давно уже порвали. К 13 минуте. Это еще такая обычная, в принципе, карточка, когда те ребята не особо сыгранные. Хотя мы тоже не особо сыгранные. Но пока так. Просто у нас пик, видимо, такой хороший. Ну, и кто-то не умеет играть на мурке, как может. Что, у них мурки, ну-ка... Ну, не знаю, чем он там занимается. Хотя у него больше с одного урона, чем у меня, но все же. Аннигиляция. Лучше бы Дрихам подстримили. Потом когда-нибудь. Я не совсем такой прок-комментатор. Вот. Так. Ну тут уже, в принципе, можно к базе подойти. Ладно, я был не согласен, что мы за 13 минут их не укатаем. Упс, нет. Хотя? Ну ладно. Вы тут только героев стримите или все. Но на Твиче вообще-то у нас Твич как бы общий, так что мы тут можем все, что хочешь, стримить. Так пока героев будем. Пока. Потом, если не понадобится, то может еще что-нибудь. А кстати, у нас еще, ну, правда, на нашем Ютубе будут все трансляции от конференций вместе с переводом Е3. Но это на Ютубе, правда. У нас в основном приоритет именно на YouTube, не на Twitch. Ну, для Heroes of the Storm мы решили провести такой небольшой эксперимент, потому что, ну, все говорят, что типа там на Твиче рейтинг там, то Heroes of the Storm, ну посмотрим. Я думаю, что реально пока лучше на Twitch Heroes of the Storm постримить, потому что, ну, тот же DreamHack, много чего стримится именно на YouTube, на Twitch.
по Heroes of the Storm, если так посудить. Там по Доте, по Лолу уже на самом деле не особо играет роль, на какой площадке ты стримишь. Для Ходс все-таки пока так. Потому что игра только релизнулась, и совсем еще набрала популярность. Ну, пройдет там, не знаю, где-нибудь полгода, наверное, ситуация нормализуется. Когда подключатся различные эти организаторы турниров и что-нибудь там. Хотя все от Blizzard зависит. Ну, очень много. Я все-таки жду ответа на свой вопрос, что они там планируют делать, кроме своего этого чемпионата мира. Какие еще турниры планируют? Ну, чемпионат мира, чемпионаты мира, да, престижно, но... Но это пока единичный такой турнир большой. Будут ли еще такие? Вообще, как у них с киберспортом? В плане Heroes of the Storm. Хотя они раньше говорили, но лучше ж пусть они сейчас скажут. Ну, их закатали за 14. Так сказал. Да, ГГ. Почему я злочный ПВЕшер? В смысле? А с чего ты это взял? Ну, ранг я себе, да, не поднял. Зато ровно 6к. Так, ну чё, следующую пачку набираем. Так, сейчас запоминаю. GSP, Gridded, Forzera, Warlock у нас были уже. Покидаем. Ну, у нас правило, что... Это... Один раз только можно на стриме попасть. Ну, это если нету форс-мажорных там всяких обстоятельств. Если народу нету, то, в принципе, можно и второй раз. А, ПВП, я неправильно прочитал, ну не знаю. Мне больше не один на один ПВП, а масс ПВП нравится. Ну это если там тот же Black Desert. Плюс... Да, давай, Ninja Respect. Плюс у кого 10 купленных. Ну-ка. Есть еще новички у нас в чате. Гредет уже был. Гредет уже был. Опа, да. Не, вообще на самом деле сейчас Белов. 25-й. Ancient. 40-й. Опасно. Шутка. Просто мне кажется, я не знаю, не такой уж прям рукастый. Если нет, то плюс. Ну и. Походу мало. Ну, пока да. Потому что первый раз твич. Ну ладно. Тогда давайте Гредета снова. Форзера. Вот. Ну, сначала пускаем новичков, естественно. Чуть-чуть кривоват. Не знаю. Да. Не нравится мне это приключение, да. Вот в этом Black Desert мне нравится, там можно просто нажать вот на эту, на группу и сразу выбрать, куда ты пишешь. Тут как-то через таб, когда у тебя дофига еще в ЛС, не очень удобно. Хотя, по-моему, то же самую систему сделали сейчас в этом StarCraft LoTV. Так посмотрел их чатик. Ну вот, последний апдейт, они там писали. Вот у них практически такой же чат получается. Хотя там, вроде, какие-то еще нововведения... А, нет, я путаю. Нововведения в чате были в Доте. В этом новом движке. Все скайпы хотят, скайпы. Не, конечно, у меня не СТС, но... В следующий раз. Как-нибудь организуемся сейчас. У меня первый такой прокат на Twitch. Опять я первую выбираю.
Они первые. Причем нисколько. А у них только один. У них Валу выбрали. В принципе, мне Вала не страшна, я беру Сильвану. С другой стороны, я мог бы взять Загарку, но Загару я всегда беру... Ну, лично так для себя решил, если у противоположной команды есть Сильвана. Потому что как-то, не знаю. У меня на Загаре, в принципе, получается так противовес Загаре играть. То есть там, я Загару качаю в урон в основном. У меня тоже Загар такой. Топ-перс для меня. Прям топ из топов. Вэлл, правда, ну, вот у меня единственный такой 10-й левел персонажа, но, правда, сейчас я как-то не особо ее беру. В основном Сильвана. Ну, Сильвана вообще везде-везде, по-моему, прям прайм пик. Я не играл в Теру. Я только чуть-чуть играл в Теру. Мне Тера не понравилась. Вот. Ну, у них Кельтис. И Загарк. Ну, Загар, да. Противовес мне, сколько понимаю. У них, кстати, пока танков нету. Пока. Но нам бы, ну, ETC-шки нормально нам, в принципе, да, не помешало бы. Именно... Не знаю, я люблю ETC качать, хотя не знаю, как это на турнирах берут такую связку с этим, с двумя машпитами сразу. Ну, один как ульта, другой пульс для смерти. Кельтису стрелу в лицо, ну, да без проблем. Главное, чтобы мне не промазать. Ну, на Корее я играю. Так, правда, я стримлю БДО на свой личный канал, когда есть время. Вот. Так, в принципе, планирую что-нибудь на Гоху постримить, но докачаться надо. Хотя бы до 55-го. Но там на Корее сейчас только вот ничего такого особо нового не водили, там только ребаланс левелов был. И все. По опыту имею в виду. А вот в июле, где-то 14 числа, предварительно так, вот уже там будет, в Валенсии. Кстати, вот по Heroes of the Storm, интересно, что новое будет. Ну, вроде бы обещали, только дату я как-то не посмотрел. Death Recap сделать, это как в Лоле. Показывает тех персонажей, кто у тебя на тебя нанес последний урон. Новую карту Диабло. Мясника. Бутчера. Ну, что-то как-то не знаю. Heroes of the Storm, вот на новых героев хоть сейчас есть, но они слишком дорого как-то стоят. И даже не знаю, что делать. Уже народу много играло, я сейчас не знаю. Ну, у нас в клане активность поднимается, на самом деле, на Корее, так что все норм. Ну, сейчас после РУ просто многие решили подкопить опыта, грубо говоря, поэтому все и пошли туда. Ну, правда, минус БДО в том, что... Точнее, даже не то, что в минус. Просто у многих сейчас, грубо говоря, одноразовые аккаунты. Сейчас, они не совсем. На Корею у многих были такие аккаунты, которые... Ну, реально на совсем. У меня, например, аккаунт на Корее был прям на совсем... Грубо говоря, он как будто и в личный мой был. Вот. А БДО... Там этот Минк, всякое такое. Иногда аккаунты забирает, так что в этом минус БДО текущий. Пришли знатные твитчеры. Смотри, УГ это называется новый сервис от Ютуба. YouTube Gaming, или Gamers, как они там называют. Ты про это? Мне понравилась одна статейка на GoodGame про вот эту новость с лайвстримом. Ну, не лайвстрим, просто стрим игр на YouTube. Сокращенно UG называется. Чисто чуть потроллили. Не, ну вообще, если так вот рассуждать, то если будет вот единый, грубо говоря, плеер у всех для канала у YouTube, плюс
что там у них? Задержка будет не такая большая, хотя это вряд ли, наверное. И просто вот как вот на Твиче, нажал одну кнопочку, ты уже, грубо говоря, стримишь. Вот если так будет, то, в принципе, YouTube будет нормально. В принципе. Вот. А сейчас, ну, постоянно создавать плеер, чтобы постримить, ну, это как-то слишком уж мутро. Хотя в этом свои плюсы есть, потому что после этого твой стрим превращается в прям полноценное видео на Твиче. Сейчас мы поворуем эти семена. Кого-то из наших там убили, но это наверху. Давайте, что ли, возьмем. Коли уж мы здесь. Как у меня батлтек? Ну ты его видишь. Остановить я не скажу. Ну я покажу в конце. По-моему, 24.99. Но только я сейчас постоянно чищу контакт-лист, потому что, ну, добавляются многие, и лимит есть в друзьяшках. Даже уж не обижайтесь, я там кого-то удалю. Ой-ой-ой, опасно. Кстати, у них танк довольно опасный, а на барак. Детский сад. Кстати, вот насчет Рейнера. Я не помню, какие у него сейчас иконки, давно уже не играл. Но раньше у него иконка была стимпака. Вроде бы. Вот. У Рейнера. Кто там у нас подписался? Спасибо, Белушин. Если я правильно не читаю. Вот. А, в том же Китае, нет, по-моему, в Корее. Вот за этой иконки. Какого? Ну, Варлок. Да, мы с ним играем, так что спасибо. Так, мне надо отойти. Ну вот. Сразу на меня фокус, я смотрю. Ну вот. В той же Корее, по-моему. Не помню, что там скандал был. Ну вот. Из-за того, что иконка такая, стимпака там, со шприцом. Были некоторые конфузы, по-моему. У Близзардов. Из-за... Ну вот эти вот их там законы плюс 12, плюс 18, плюс у них там совсем по-другому все. Так что это для нас может она плюс 12, а так у кого-то может быть плюс 18. Вот. Конечно, я могу утрировать, но все же. Так, с молоком это нечто, то что надо. Мне там гном нравится. А, гном это Мурадин что ли? Ну, Мурадин да. Ну довольно хороший танк. Что-то я смотрю. Тайкус у нас умирает. Да, лучше сейчас не фидить. Потому что они как-то агрессивно настроены. Загарка как-то тоже. Я смотрю. Будет на меня явно фокусить меня потом. Ты косвидер. Да нет, ты еще не видел. Пока еще. Два раза еще простительно умереть. Ну, конечно, если ты не идешь там на рожон. Ну, какая-то комба, я смотрю. Ригар такой знатненький этот. Ульты мне не хватает, сейчас бы ультанул. Чисто прочекал, куда-то они убежали совсем. Наверх, вообще. Быстро так. Но сейчас тут будет замес, я чувствую. Они втроем ходят и гангуют. Вместе с... Кильтосом, его ешкой.
Е плюс Q, и все, он готов, можно сказать. Вся комба у Кельтаса. Да. Играйте дефа. Ну да, не роумут. Да, копим 10-й. Так, тихо. Сейчас мне самому не зафидить. Прекрасно, на глинке такой прыгает. О, там они. Сейчас у нас будут догоняшки за... Садом... Уже садов... Как он называется-то? Надо как-то, думаю, уже со садов придумать нормальное название. Террор или как он там называется. Сокращенно было как-то. Это ужас садов, ну, не воспринимается. Имхом. Тихо. Ой, меня схавали. Мне хотел сюда телепортнуться, не получилось. Ну тут да, бывают такие игры, когда ну, что-то не идет, что-то не идет. Смотрю, они всегда так пробка ходят, по 3 там, по 4. Что-то я не совсем вовремя утонул. Моушинг, спасибо за фоллоу. Еще один. Кунинг. Тихо. Назад тут не альтабайся, когда это происходит. Держи респект, кадет, подписался. Сейчас получается, что я буду фидить постоянно. Хотя нет. Не-не, топ по фиду. Пока. Мы, кстати, вообще что-то никого не убили. Это странно как-то. Малф ошибается. Я не могу смотреть на это. Ты не можешь смотреть на это. Тихо. Вот это жесть. Вот это я сейчас сам фиданул знатно. Но Кель не очень злой. У него 12 убийств. Хотя он не топ по дамагу, но... Тут видно, что комбы хорошо исполняет. Вместе с кем-то. Там кто-нибудь еще критует вместе с ним. Вот и все. Кстати, никто не смотрит сейчас DreamHack, как там Na'Vi играют? Что-то я так почитал чуть-чуть, так мельком совсем про Na'Vi. Вроде у них там все норм, так в ходе. Ставчик такой. Получше, чем в доте. Нет, тролли, конечно. Не, ну надо Т3 посмотреть. Ой, Т... какой там? Т5. И сразу же ульту этого нашего танка минус просто. Да, Na'Vi. Но правда у них там состав совсем не из русских. Там какой-то он интернациональный. Есть швед, по-моему, один швед. Еще кто-то. Oh.
я забыл. Забыл страну. Из которой у них больше половины игроков. Два. Вот это меня щемит тут. Нави понятно. А чё, они реально все проигрывают? Ты не веришь, они всем проигрывают. Ну, хотя ладно, я читаю Na'Vi Gaming.com. Там не могут пафосные слова написать, в принципе. Не, ну вообще как организация Na'Vi, в принципе, совсем нормально. То есть не то, что наша. Тихо. Ну, из наших, если так, то это вот Virtus Pro, те же. Топом проигрывают. Ну вообще как бы ход столько развивается, так что... Я бы не сказал, что топы это прям такие топы. Ну вот как видно по анонсам турниров, постоянно какие-то инвайты. А вот когда уже без инвайтов будет турнир, тогда вот уже посмотрим. Тихо. Кто-то да. Ну, мы уже проигрываем довольно знатно, 17-13. Уже даже не вытащить. Ну, если мы, конечно, соберемся, там как-нибудь какой-нибудь комп сделаем, у них кель, топы это ликвиды геймерс 2. Ну, да. В принципе, я так посмотрел их игры, ну, можно считать. Но лучше, конечно, честнее будет смотреть на турнир, когда без, совсем без инвайта будет. Ну, я думаю, это скоро случится. Сейчас инвайты делают, потому что команд так много. Вот и все. То есть не потому, что там какая-то привилегия, просто команд пока мало. Там просто больше турниров, больше как-то вот развивать. Именно ход вот эту тему. Больше, ну, реально, больше турниров, типа того же Dreamhack, там еще что-нибудь. Азиатскую какую-нибудь лигу. Что там есть еще? Ну, как в Корее. Ну, Корея-то понятно. Но у них там, правда, все это по-другому будет. Не так, как у нас. Там всякая их Кеспа. У них там есть. И вот этот Феникс просто такой раздражитель. Я, конечно, могу взять какую-нибудь Келли, но я пока Келли не настолько натренировал, чтобы так вот играть в рамку. Ну то есть мы просто его не можем убить, а Джек Григар свою ультой восстанавливает. ПП и все. ГГшечка. Килли 38 каш. Тут не Килли, тут вид вначале. Ну, в принципе, да. Ну, Килли тоже тут хорошо сыграл. Да, левел-то я вижу. Ну, судя по игре, так, по-моему, судить, в принципе. Просто иногда совсем неграмотные Килли попадаются. Типа меня. Сарказм. Такус тянул сейчас. Был Транквил, он сзади был. Сейчас такая психология работает. Вот я сейчас на сливании проиграл. Надо где какого-то другого героя. Может, выиграю. Не очень это как-то. Мне кажется, с одной стороны. Типа дизмораль там, из это. Может, у нас камбэк будет? Кстати, вот жалко из статистики, насколько я понимаю, убрали игровую механику. Ну, это смотреть, сколько там
ты взял тех же драконов, там, этих черепов. Что-то я ее пока не нахожу, может она где-то есть, правда? Вот это криты. Ну, бывает. У нас тут все-таки лига героев, тут все. Более серьезно, нежели быстрый матч. Ну, лапаемся, да. Плюс криты у них уже хорошие, особенно у Вала. Кстати, по талантам сейчас надо посмотреть, что Вал взял. Что-то интересно. Ну да, вот у него ярость. Некс, скорость атаки, дальность атаки 20%. Плюс еще у него ульта, вот этот ливень возмездия. Оглушающих на 0.5. Я не помню. Вроде больше было, не? Оглушение у Вала на этой ульте. Что-то 0.5 как-то это мало. Или мне так кажется? Как-то побольше там, по-моему, нежели 0.5. А, ну там, наверное, побольше кажется, потому что вот эти волны быстро идут. Ты сначала попадаешься в одну, вот 0.5, потом в другую сразу. Еще 0.5. То есть вот, где-то одну секунду в итоге получается. В принципе, да. Так, ну, минус 82, это еще нормально. Кидаем группу. Сейчас пока у нас тут отресетится все. Ну, смотрите, сейчас у нас что? Где-то без 10.7. В принципе, можно еще там одну-две игры сыграть, а потом у нас будет лобби, как обычно. Ну так. Чтобы знали, чтобы не расходились особо. Хотя я не знаю, лобби мы затащим или нет. Имеется в виду по количеству народу. Руслан уже плюсует. 10. Плюсуем. Стяжелиться. Лол, да. Ну ладно уж, все тяжелиться, все тяжелиться. Ну, я думаю, надо несколько стримов на Твиче сделать. Ну, даже как-нибудь два раза в неделю посмотрим. Сейчас потащим. Видим. Вот, ну посмотрим. Келли бы пикнуть. Персибу у нас. Чисто. 9-й левел. Поднялся. Ну вот, если у меня батлтек, если что, я его показываю. Хотя он может быть чатом звонен. МВД 2499. У меня, правда, сейчас, возможно, переполнен список друзей, и никто меня не добавит. Возможно, мне тут дофига их. Жалко, вот у близов ограничение маленькое, слишком. Светикл. Кстати, вот я не знаю, кого сейчас вот взять. Имеется в виду из новых героев. С одной стороны, я хочу Стича. С другой, надо еще какого-нибудь такого героя взять, который вот, ну, один из популярных. Может, того же Светик. Но Светик у нас, по-моему, сколько он там? 10, что ли, к стоит. Так, тихо, где у нас Светик? Светик. 10к он стоит. До него еще копить и копить. Стич, но Стич... Я тоже что-то как-то в последнее время его не особо вижу. Не особо вижу в пике, хотя надо статистику еще поизучать. Подскажите, я уже говорил с Battletech. Вот слог. Вот жалко очень, что близы совершенно не... Не то, что совершенно, мало статистики предоставляют сами. То есть даже в Доте сейчас вот этот вот Source 2, там статистики дофига. Ну плюс там еще сторонние, вот. А тут приходится сторонними сайтами пользоваться. У которых статистика, но я бы так не сказал, что она прям супер. Точно? Что там по повторам? Так. Процент побед надо посмотреть. Пока у нас пик, и пик у нас первый. У нас сетик. О, вражеская команда первый пикает.
Тем более храм надо забирать. Так, храм. Храм, 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 храм. В принципе, я опять же могу на Сильвану сесть. Опять же. Надо опять каточка за Сильваном будет. Не зайдет, мадам. Ты теперь там. Светика забрали. Оп, вот это да, подстава. Где делаем так? Нихтираэль. Ну, статистика... Тут да, под сомнением можно, конечно, подставить, но в таком вот виде Близзарды сами не представляют, поэтому ходслог единственный пока что есть. Вот по виндрейту у нас сети человек где-то внизу. 38,5. Ну что это? Правда, у него инкрис всего 12,5. 12, ну почти... Да, 12,5 где-то. Но это мало, мне кажется. 12,5. У других героев побольше. Два танка. Но в принципе, но надо не раздамажиться, конечно. Но сейчас попробуем. Ready for action. Balloon, grant us strength. У Джианы 51,2. Так, как на Бурак у нас 59,8% побед, правда, это, наверное, я смотрю статистику за 7 дней. Надо лигу посмотреть. Hero League. Лаганула лифт с пика. Минус 30. А, кстати, да. Вот это вот не особо вот нравится, то, что сейчас вот Фразер написал. И нас на форуме тоже такой вопрос хотели задать этим разработчикам. Информация по герою. Hero Details. По-моему, тут нет он статистики. Все лиги, мастер лига. DC нет, медиа. Что-то не какая-то странная статистика. Я хотел бы посмотреть статистику именно за эту, за Лигу Героев. Они тут вроде прям всю статистику предлагают. Ну как-то да, процент побед на Барака в последнее время возрос. Нет, вру. Он уменьшился даже. Возрос у нас у Светика и у Джайны. Правда, мало. У Джайны возрос на 1,1%. Ну, Джайна, да. Но, возможно, там какой-то баг нашли. И ей пользуются. Такое было. Ну, да, го вытащить. Что нам ничего делать остается. Три один один. Да, можно. Я могу наверх сходить. Ну. А, 3-1-1. Черт, я путаю. 3-1-1 сверху же считается. 5, 4, 3, 2, 1. Let your battle begin. Келли низ. Ок. Ой, у них трал. Опасно. Дрался за меня портит. Совсем такой пик агрессивный получается.
Ну, хотя мы можем толщиной взять потом. Правда, мне надо будет не умирать. В центре у нас совсем никого нету. Там у нас, по-моему, киль качается. А, нет, не киль. Этот. Тироэль. Спутал. Soon he shall bask in my glory. Тихо. Промазал. My magic flows. Guardian. Do not test my patience. На полной сосредоточенности попробуем. Что не сделать? Умер. Отлично. Уйди от меня. Очень вовремя не пришли, кстати. Что-то загулял немножечко сам. Много тут пропинговали уже, как-то не забираешь чекуна с этими пингами. Ну, Blizzard вроде говорили, что они там хотят наладить эту систему пингов, потому что они чат отключили вроде всем. Молодцы. Хотя его можно установить, но все же. Еще и щит повесил. Надо наверх сходить, помочь. Thanks to heal, кстати. Тот уничтожили, надо на центр вернуться. Трипл килл. Однако ж. А нам нанес надо. Это опасность для нас может закончиться. Хотя мы плывло опережаем. 7к. 7к урона, что-то не понял, как я мог так много надамажить. А, я понял, я на центре стоял. Там, да, был этот, как он, Тироэль. Я просто долбил, поэтому вышло так, побывает. Когда в толстого постоянно долбишь, ему вроде как бы, хоть бы хны, но мне-то счетчик идет. Не все резнулись.
играл против вас, в смысле? Играет. Ну, я бы так не сказал. Но он у них... А, танк у них есть. Но все равно у него смот, смотри, у него прям максимальный урон в их команде. Черт, я не думаю, что он прям так плохо играет. Он просто сам идет и танчит. Ну мы тут только с ультой как-нибудь можем зайти. Мурадин покинул нас. Упс. Сейчас будет боль. Да? Не убил. Догорит. Отлично. Статус-кво восстановлен. Не, ну вы идите там долбите, я... А хотя, ну, мне тоже пингуют. У меня маны нет. Точнее, её мало. Влетели они, конечно, знатно сейчас. Зато у нас босс. А зато у них храмы. Это тоже плохо. Джайна с кольцом Мороза, короче, ГЦ вас победой. Ты так думаешь, увидим? Кольцо неплохо, если ставить сложнее. Оно кольцо поставило, в принципе, на таком хорошем месте. Но, правда, это расконтроль. Это место. Вот тут оно было где-то. Потом еще Кель. Свой Феникс. В том замесе, где мы там всех убили. Своего Феникса поставил. Ну, я там ультанул. Ой, что-то тут толстота такая. Не вижу толстых героев. Одну Джайну убили. Не, ну мы сейчас немного потеем, так что я бы не сказал, чтобы эта победа, если она будет, прям такая вот, суперская, быстрая, как первая. Ульта в одного, молодец. Ну дальше я вышел. Scenarios.
Вовремя я начал. Не имеется по таймингу, сейчас у нас же эти храмы будут. Если мы на них опоздаем, нам это плохо может закончиться, все это дело. Не по храмам нас ведут, у меня такое чувство. Тридцатник, у меня 29, надо наращивать. Ульта от бога. Это я протрала. Мур один без аватара. Может, он когда маг пошел. Надо нашим помочь. Хотя они сами справятся. Мне помощь нужна. Увы. Сейчас быстренько. Таланты? Ну вот, быстренько так. Если. Ну когда с полным хп, я их сейчас быстренько повалю. Должен. У меня слишком мало хп было. Оба наши. Хотя, у меня ошибка была, скорее всего. Ну тогда бы я сам убился бы. Меня не риснул с этим. Имеется в виду, ну вот время без этого. Ой, ой, какие-то люди. Сейчас меня убили тупо. Провал, 13-й талант. Давно пофиксили. 13-й талант это кому? Что-то я забыл какой-то левел. Первый, четвертый, седьмой, десятый, 13-й. Ты вот этот имеешь в виду мне или какой? Нас вынесли сейчас знатно. Нет, тут лучше уходить. Нашему танку. Ты про Келя? Ну, про Келя. Полный дамаг босса. The moment is upon us. Он тебя фокусит. Ну сейчас мы их зафокусили. Я
Сейчас мне помощь нужна сюда. Мне бы сейчас скилл бы не помешал бы. Теперь белок нестабильный яд. Свали на седьмом. Это про какой нестабильный ряд или яд? Так, а, это про это? Ну, в принципе, надо потестить еще. Я просто привык на... Сейчас небольшую отхилку на В. Но... По ощущениям, немного меньше она стала становиться, да. В принципе, можно. Ну, слава богу, у меня все способности сейчас активны, мы можем как-то их ответить. Опять не смог. Кините меня, близкий, кините. Тут маны нету. Еще будет опасно. Да. Раньше брали завершение, сейчас берут иногда. Ну, у меня такой билд. Конечно, да, у меня тут билды все такие странные. Тут реально, чтобы все эти билды надо поработать, но... 10 секунд. На секунду осталось. Тихо, отвали от меня. Отлично, спасибо за хил. Вот, не бегай за мной. Молодец. Хил от Малфа. Трипл. Вообще такой дикий этот был, как вот Рал. Так дикий. На меня сразу. Оп. Нет, я тут один не вижу, мне помощь нужна. Да, так будет полегче. Ой, ГГ. Что-то я не заметил. Да, привет, Дизайр. Не, нормально сыграли. Мне понравилось. Так, ну чё? Ну чё? В принципе, можно сейчас эту... Два танка тема. Сейчас да. В принципе, сейчас можно лобби сделать. Если не получится, тогда... Что я как-то вижу, что народу не очень много, чтобы у нас... Это 10 человек было. Давайте сейчас какую-нибудь карту хорошую выберем. Более балансную. Давайте Драконий край. Вот. Сегодня без голосования, потому что я чувствую, что народ не так много наберется, чтобы не тратить время. Если не наберется, то это
Пойдем опять в лигу. Да, я смотрю, уже тут пикать начинают. Пригласить в игру. Стандартный драфт в заданном порядке. Форзера. Билов, Варлок. По-моему, всех пригласил еще раз. Просто монетки. Так, Варлока я вроде пригласил, не? А, в группу, сори. Ниджи респект. Плюс в лобби. Я вижу, что сейчас не наберется. Респект. Нам нужно раз, два, три, четыре. Четыре человека. Еще. В принципе, я могу сыграть, но это будет немного палевно. Так, Хиллстром. Первый рейтинг взял, я смотрю. А тут нельзя посмотреть. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, какой первый рейтинг. Лига. Отыграл всего 625 матчей. Больше он в лигу не играет, я смотрю. Че за кипиш? Так вот сделаем. Ну, как пик Химера, ну, нормально. Стрим лагает, скорее всего, ну, у тебя трабл. Но у меня альтернативные ссылочки есть на другой канал, так что можешь туда переключаться. Да ладно, можно без драфта. Хотя бы. Главное, чтобы прессовали. Мы потом определим, кто и как. Уже нам три тела сейчас надо. Ну, как кроме Суперсюба, да? Двин, я смотрю, первый рейтинг. Теперь два. Теперь нам на один нужно. Сейчас же до 10-го. Потому что чисто теоретически я тоже могу пойти за какую-нибудь команду, чтобы было равное. Но нам все равно железо нужен плюс один. Кстати, на стриме кто тоже может. До следующей зоны буду в лигу играть не буду. Я реально не могу ранг потерять. Не хочу ранг потерять, какие-то плюхи дадут. Ну, в принципе, да. Да, я знаю, страдать. Причем не рандомно с кем-то страдать. Я бы тоже так сделал насчет ранки. Да. Хотя там плюшек, напомню, на первой ранке-то не особо дадут. Мне так кажется. Хотя, близы ее не такие. Близы. Не, вообще бы я слепил этими не то чтобы плюшками бы, не очень жестил бы. Да вместе каждый так бы сделал, кто шарит, да. Я смотрю, пришли два человека. 14-й. Ну все. Начинаем, плюс два пришло. Будем называть синюю команду и красную команду, как они обозначены. Сейчас посмотрим по пикам, что будет. Вообще, мне тут вот, я потестил эту систему, которую делают на турнирах. Так, я сейчас пока давайте ход отключу, потому что он нам не нужен. Чат пока оставлю. Довольно хорошо вот с этим баном. Более как-то логично выглядит. Хотя бы с одним. Здесь пока такой нету. У нас новый появляется от красной команды. По-моему, я никогда не видел, чтобы новый пикали прям первый раз. Ну, в смысле, прям в начале пика. Но увидим, что получится. Че за стрим-то? Че
за стрим-то. Так, а мне тут ссылочка есть куда-нибудь быстренько перейти? Нету. Вот она. Тут стрим. От синей команды у нас Варл, ой, Зератул и Нубарак. От красной сейчас мы ожидаем вот один из Жизназиба и, возможно, какой-нибудь Астан будет. Возможно. 9 секунд осталось, 8. Или тут авто будет рандомно. Это ETC. Ну, пока рано что-то тут такое гарантировать. Я не знаю, как новый играет. Возможно, тут... Увидим, какая тут новая будет. Новая иногда может, в принципе, зарешать, иногда нет. От рук очень многое зависит. Надо посмотреть на общие пики. Это чаф союзников палю. Всем беспалевно. И рандом. Какой-нибудь не очень. Регар. Ну, регар как такой саппорт хил, в принципе, нормально. Плюс. Ну, он, в принципе, может там какого-нибудь Нубарака захилить, который будет. Хотя у Нубарака там еще ульта у него. Хорошо, так иногда восстанавливает. Ну, по дамагу чисто, как мне кажется, у синей команды больше таких героев, которые могут продамажить. Тот же Зератул со своим сферой, тот же Нубарак с Карапасиком, нет, Карапасик, как называется это в доте, я забыл, что он там этот мюкс кидает. Вот, под копом там своим убежать может, в принципе. У красной команды, вот, я... В последнее время вообще не замечал, ну вообще Назиба сейчас пикует очень редко. И очень редко на нем берут сейчас Вуду. Возможно, потому что ее пофиксили когда-то. Что я вот помню, прям вот Вуду брали, там такой дамаг входил, сейчас вроде нет. Ну посмотрим, как Назиба здесь играет. Сейчас в основном Назиба берут Голема. Ну, правда, это пап игры, надо посмотреть на турнирах, что. Вот, но, в принципе, с ETC может какой-нибудь там комбу сделать. ETC свой мушпит. Нова свой санстрайк. Так что тут уже все от рук зависит. Ну и карта у нас, в принципе, довольно сбалансированная. Драконий край. Как мне кажется, она одна из самых таких сбалансных. Где можно, в принципе, этот мушпит применить. В таких самых... неожиданных местах. Знаю, Близзард наверняка хотя бы портрет памятный дадут, а-ля получил первый рейк. Ну, может, может. Или тот же транспорт какой-нибудь. Но все равно с их, как бы... Даже не знаю. Тут рейтинг очень быстро теряется. Как-то давать там плюшки за вот там отличие в один ранг, но это как-то мне не очень кажется логично. А вот, например, там кто достиг 10-го, 10 минус, я бы так сказал. Ищи начало. ICQ начало. Спасибо за подписку. Ты сначала прочитал, как ты это, золотую рамку дадут. А вроде бы рамки додавали, не? Рамки дали. А еще уже немного путаюсь, что они там хотят давать. Тут не погружается, смотрю, но это бывает. Вот это такой интересный вопрос был, ну, задан, будет задан на E3. Насчет того, насчет спектатор мода, сколько там будет доступно мест для зрителей, потому что, ну, 2 это слишком мало, как мне кажется. Так, так вот сделаем. Духа радиус порезали, поэтому не берут. Ну да. Его порезали. Восстановим таланты. Итак, красная команда. Кельтаса, Нубарак, Регар, Зератул, Загара и... Ой, это я синюю прочитал. Красная команда у нас Назиба, Джайна, ETC, Нова и Утр. Ой, Утр, кстати, про Утр забиваю. Ну, в принципе, сейчас посмотрим. Тут все зависит от рук
и применений комбинаций различных. Хотя вот не знаю, что Надьба тут может сделать. Надо будет посмотреть. Надьба, в принципе, как-то вот может там через свою... По-моему, у него Бэшка называется. Ну-ка, сейчас выделим. Надьба. Зомби. Да, через Вэшку как-нибудь так хорошо застанете. Уже будет прокаст от той же Джайны, в принципе. Наверх вот так вот опущу. Мы посмотрим противостояние наверху. Зератул тут что-то пытается делать. Пытается нанести какой-то урон. У Джайны уже меньше, чем половина ХП. Для нее это не очень хорошо. Особенно стоя на линии с рядом с Анубараком. На центре, как и полагается, в принципе, загаром. Он распространяет свой крип. В общем, конечно, лучше этот крип распространять через кусты. И научили. Но, правда, вот видим, что вот крип так ровно распространяется. Тоже такая фишечка иногда есть. Ты ставишь... И вот крип, и он не до конца в середине бывает. Приходит новый на центр. Немного помочь ETC. Фарме, ну потому что противостоять против такого специалиста как Загару тут довольно-таки трудно. Первый у нас храмы все-таки за синюю команду. Ну, правда, да, вот видим, что синяя команда постоянно сейчас щемит красную команду на своих линиях. Не дает сейчас нового с ETC взять в Загаре этого дракона. В принципе, здесь можно какой-нибудь снизу прийти того же Келя. Кель, кстати, и пошел сейчас. Кстати, у меня все палится, что надо не говорить, что и как. ETC сейчас ну, не контролит. ETC сейчас допустил небольшую ошибочку, но правда его тут могли убить, можно понять, но все же его тут и так убивают. Тут, если так рассчитывать, то либо смерть, либо дракон, потому что ETC один бы тут не справился. Красная команда пока не особо хочет как-то дефить третью линию от драконов, хотя приходят три игрока новые. Утер и Джайна. Смотрим, что они делают, но правда мало так уходит ХП от дракона. Можно было побыстрее на этом левеле. Из-за этого преимущество сейчас от себе накапливает синяя команда. С помощью пуша с этим драконом. Пытается TC что-то сделать. Но это так вот. Немного попугал и ушел. Тут Ригар очень хорошо на отхиле работает. Видим. Ну, сейчас все. Надо грамотно отступать. Ну, правда, забирают Джайну. Очень грамотно сейчас должна отступать синяя команда. Причем это уже и плюс даже это отступление. Джайну-то не забрали. Джайна как-то, вот, я посмотрел, постоянно так с ХП ходит. Вот, но... В средней линии тут пропущено. Это уже хорошо. В начале этой игры. Специально так чуть-чуть помаленьку, там какая-нибудь загарка будет подходить, там подкрашивать, и можно уже к базе подойти. Кстати, вот Назиб как-то стоял наверху, он так и остается. Я включу общую карту. Что-то как-то выключил. Назиб пока ни в одном таком большом тимфайте пока не хочу участвовать, как я смотрю. Так, а вот как я вижу, вот загара, да, пушит. Снова приближается. Ну, кстати, вот опасно. Надо не палиться. Обезьян, спасибо за подписку. Ну, тут, да, Фазера прям чувствовал. Прям палил стрим, я смотрю. Насчет новой. А Назиба, но все наверху фармится. Не как тут... Это такое бывает, что вот берут Назиба и только там по своим линиям фармит, ходит, все, больше особо ничего не делает. Такое бывает, ну посмотрим, как он проявит в этом матче себя. Пытается тут Тотор убить, причем даже 4 на 1, и, естественно, это минус. Наращивает свое преимущество синяя команда, уже 8 левел против 6. Вот явное преимущество, хотя... Ну, сейчас уже 7-й. Когда будет 10-й уровень, красной команде просто нельзя вот драться, как мне кажется. Потому что тут видно, что заберут. Всех причем. Никак комбы не получится, особенно с теми ультимативными способностями, которые будут доступны красной команде, синей команде. Конечно, не очень удобно ориентироваться, когда красная-синяя команда. ETC ливнул.
Че, реально? Ну-ка. Да, я тебе сильвнул, но бывает у нас тут технические неприятности. Heroes of the Storm такое сейчас случается. Пытается тут нижнее святилище занять, синяя команда. Красная пытается тут как-то дефить, но она здесь в меньшинстве. Причем даже по дамагу тут, ну, никак не получится еще сделать. Хотя новый тут приближается. Ну, видим, как вообще просто, ну, не продамажил буквально это Регара и очередной дракон у нас у синей команды. Элегантно отбрасывая. ETC снова возвращается на линию. Ботик такой. Забавно так смотреть на него. Оп. Ну, не знаю насчет вот этой сейчас ульты от Загары. Надо было повременить. Да, сейчас, грубо говоря, ни в какие ворота. Сейчас вот бы, да, можно было. Причем с этой ультой можно было забрать того же Утер. Ульта у одного как-то не получилось. Я смотрю, кстати, у Загарки... Где там Загарка-то? Ускоренная комбинация. Хороший скилл, кстати, на Загаре. Очень даже хороший. Причем с ним можно очень долго находиться в файте, если ты не получаешь много урона. Но пушит у нас синяя команда, тут уже все, в принципе, понятно. Без танка тут красная команда ничего сделать, в принципе, не может. Вот. Отличный ульт от Регара, который буквально полностью выхилил Фурзера. Ну, Фурзер, он тут мэн-танк, как мы видим. Вообще даже очень агрессивный там. Сейчас его, в принципе, могут убить. Могут. Регар уже мало хп. На зиму минус. Ну, просто по одному сейчас красную команду нас сбривают. Пытается снова что-то сделать. Ново. Мимо. Новое мимо. Вот что значит промахнуться новый. Нова бы сейчас могла забрать Фурзера, но, увы, от этого промаха не получилось. Heroes of the Storm так часто бывает, и вот если промахиваешься какой-то способностью, то все, это решает буквально весь файт. Весь, причем. Причем у нас сейчас 11-9 левел, и 9 левел только в начале у красной команды. То есть, если сейчас синяя команда разведет еще на один файт, то это действительно будет просто полное КГ для красной команды. Я бы, в принципе, сейчас это и сделал. Куда этот Загару как-то законтролить? Красная команда решает сейчас у нас пока по кемпингам пойти. Я сейчас, пожалуй, не буду особо так комментировать, кто чего происходит, потому что, возможно, стрим смотрит у нас. Возможно. Святилище у нас снова активное, но здесь, опять же, я хотел заспойлерить, но не буду. Не буду. Но как мы видим, сразу же, в принципе, можно определить, что синяя команда сейчас будет в преимуществе насчет. EDC прибежал. У него очень плохая ульта сейчас была выбрана. Вот что значит бот. Ну, мне кажется, да, тут уже ГГшечка. Основная комбинация, как многие знают, наверное, это мошпит с настрайком от Новы. Но у Новы, кстати, трудный выстрел. Я даже не знаю. Мог сейчас прям в одиночку умереть Утер. Зератул спасается. Пытается спастись. Ой, что это было? Это было какой-то, не знаю, мисклик, что ли, от Утера. Бывает. У нас тут все-таки непрофессионалы играют. Конечно, красной команде не повезло, что у них у танка мейн вылетел. Если бы танк не вылетел, то, возможно, положение матча было бы совсем другое. То есть и DC бы взял немного другой билд и проявлял себя больше в матче. Вот бывает. Конечно... На турнирах бы остановили игру, дождали бы, что это реально нечестно. Ну, как мы видим, синяя команда у нас имеет 6 фортов. Ну, красная всего лишь 4, сейчас еще один упадет. В принципе, уже можно уничтожать стадель. Будет через некоторое время. Вот это, конечно, что-то красная команда сделать, но
тут уже, наверное, ничего не сделаешь. Причем сейчас вот, ну, чуть-чуть не хватило, чтобы Утер убить. Совсем чуть-чуть. Причем там Сагар атаковал, как мы видим, и эти паучки от Анубарака. Они такие вредные. Немного зря сейчас ульт был, на самом деле. Но половину хп как-то не восстанавливает. Это ультимативная способность, я бы не стал. Она 50 на секунду, можно было подождать и на кого-то другого. Ну, это так, мое мнение. Такой саппорт. Лучше саппорта умереть, но остановить, там, например, тому же Курзера. Полностью хп. Мхо. Ну, тут, в принципе, у всех, у красной команды. Большое количество по мане. И, естественно, вот эти мысли особенности практически все сейчас были проюзаны, это ГГ. В принципе. Но тут так уже было все это предрешено. Не очень сейчас получилась игра, к сожалению. Вот, конечно, по-пик и поинтереснее. Но здесь все пик решил. Решил все пик. Сейчас по дамагу посмотрим, что таланты мы уже видели. По дамагу у нас у Келли самый максимальный урон, как и урон по героям, так и осадный. Что, в принципе, немного странно. У нас вроде там загарка есть. Но вот видим, 1000 у Келли, это довольно хорошо для него же. И DC пришел. Вот, компа сработала. От тройного выстрела. Танк очень грамотно сейчас сыграл. Конечно, рисковал, но рядом был Ригар. Рискует сейчас зерату, с таким количеством хп отходить. Довольно в видном месте. Ну и здесь в этой игре все решает один дракон. Буквально. Тут если... Ой, сейчас у нас Сенсент опять умрет. Не, все-таки здесь точно уже КГ. Это же красной команде, ну, не видно, что не сыграно совсем. Не... Даже нету шансов, чтобы выиграть. Это так, сейчас наблюдаю смерть одного из Утеров. Еще единственный в игре. Ну, пожалуйста, минус Утер и все. Дракон, о, дракон сейчас будет. Дракон, кстати. Дракон у нас не контрится у синей команды. Это странно. Могли бы выиграть уже. Но они решили так, наверное, немного поиздеваться над красной командой. Пропушить немного вверх. Опять минус. Мисс от Новы. В принципе, здесь был мисс от еще и Зератула, но Зератул сейчас может буквально убить. Две тычки. Что, в принципе, он и делает. Уже два раза промахнулась в таких вот моментах Нова. Но поэтому Нову я не особо люблю, потому что так и герой довольно сложный. Чтобы его реализовать, надо вообще просто не ошибаться. Когда ты еще на турнирах это обычно волнуешься, то постоянно промахиваешься иногда. Ну как, постоянно. Слово постоянно лишнее. Загнали уже на фонтан красную команду. Сейчас я тут в одиночку просто зажмет вот этого дракона. А зачем он сюда идет? Странный Зератул. А, Зератул у нас тоже вылетел, если так посмотреть по нику. Ну, кто за Зератул играет? Где он Зератул? Поэтому Варлок не вылетел. Странно. Бот, конечно, просто сжигает в одиночку, берет кемпинг. Ну, в принципе, это можно ему взять, но логичнее было бы взять святилище и взять дракона. Ну, тут увы. Но у нас есть этот Кель, который тут помогает дамажить цитадель. С помощью своей льды сейчас он практически полностью этот щит снял. Соответственно, тут уже просто дело времени, пока проценты упадут. Скучная игра немного. Нету такого экшена там по камбэкам, там, не знаю, сейчас просто красная команда от фонтана к побоище идет. Медленно умирает. Медленно и мучительно.
Все, ГГ, поздравляем, да, вот это слив. Нет, ETC взял не ту ульту, потому что он бот, как ботом играл. Если бы он не был ботом, то там бы другая была ульта была, и была бы какая-нибудь комба с той же новой. Хотя новая взяла тоже не очень такую хорошую ульту для этой карты, вообще для этого составчика. Ну, 27 к 0, что самое интересное. Это был просто, не знаю, матч за 16 минут. Это можно было сыграть, в принципе, за 13, там, не знаю, за 11. Ну, 27 к 0. Скучная игра получилась. Ну ладно. Давай еще. Дайте еще нормальную игру. Просто фривин. Лучшая игра. Так. Сейчас я посмотрю, если у нас что-то. Привет, что за стрим, кто играет? Я играю. Ну, в принципе, написано, кто играет. Я сказал ВТВ. Так, сейчас, короче, прочекаю. Насчет расписания. А, нет, у нас там стрим сейчас параллельно идет. Хорошо, я, наверное, сейчас буду заканчивать. У нас такой тестовый стрим по Твичу был. Вы подключаетесь к нашему основному каналу на Ютубе. Гоха Медиа. Вот надо игру переиграть. Давайте переиграем в следующий раз. Хотя можно, в принципе, сейчас... Не знаю. Просто у нас сейчас параллельно там тоже стрим идет. Не особо хочется такую аудиторию. Ну вы за? Кто у нас сейчас в чате за, чтобы переиграть? Ну чтобы вот именно с этими составами. DC был, что ли. Ну, я сейчас у них. 20 минут еще. Сейчас давай. Agile, давай. Ну ок. Ой, судья. Плюсуем. Надо по-честному. Сначала набираем, кто у нас был. Сейчас по памяти вспомню. Барабер у нас был, не помню. Он был. Инсент. Хиллсторм. Ну, я сейчас всем инвайты раскидаю. Не знаю, как там законнектится или нет. Не надо мне новую команду. Новую мне надо в команду. Ой. Тут не очень хорошо инвайты проходят, к сожалению. Не очень быстро. Так, Хиллсторм. Хиллсторма нету почему-то. Че, есть у кого? Сейчас играем. Весь чат Твича. Да один в чате. Вроде у нас Сол тут был. Не, Соус. Нормальный никнейм. Сейчас кинул инвайт. Сейчас посмотрим, кто законнектится. Но тут составы у меня не получается нормально сбалансить. Нету такого баланса, так что, увы, так. Найти драфт в данном порядке. Главное, не ново. Нет, можно... Можно... Даже не знаю, как это устроить. Насчет составов. Вообще у нас была глобальная идея провести какой-то турнир, но надо с технической стороны там посмотреть кое-что, чтобы можно было не вручную все их команды вбивать, потому что мне это не хочется делать. У нас есть система на Гохе проведения турниров, правда, она для Хардстоуна, ее надо
для команд адаптировать. Сколько это будет делаться, я не знаю. Но подниму, попробую тему после E3. Потому что E3 сейчас очень завал будет по всему. У нас за электрокефир берет загару. Ну, мы видели загару. Чуикель не будет моим. Варлок берет 0-1. Запись на YouTube, да, будет. На Гоха Медиа. Я после стрима залью. Я смотрю, сдержанные составы. Там Тайкус, Кельтос, Фала. Прям буквально сразу три убийцы на скоростной команде взяла. И мне кажется, как-то синяя команда, ну, с таким составом может даже не справиться с этими тремя убийцами. Хотя посмотрим. Посмотрим. Нужно больше урона. Да. Нужно больше урона. Одна загара тут, в принципе, не справится. Хоть даже она будет топ по урону, но все же. Джайна. Джайна... нормальный пик. Утро сейчас какой-нибудь ТТ-шка войдет. Да? Анубарак. Анубарак. Все-таки Анубарак. Все-таки. I hear the call. Назиба. Да, ну, конечно, у красной команды вот это их триплам, Вала, Тайкус и Кель. Если они сейчас будут гангать втроем, вот это будет жесть. Просто втроем ходить по лайну. Поэтому пока состав красной команды более такой продуманный. Но посмотрим, как они будут его реализовывать. Потому что тут полдела напикать, другое дело все это реализовать. Вот, так что увидим. Так, я вернулся. Это лучше Назиба. Отвечаю. Ну, увидим, увидим. Я ничего против Назиба не имею, но увидим. Просто я не знаю, в последнее время как-то Назиба не особо пикается. Хотя... Раньше его пикали просто поголовно. Раньше. Ну, раньше другие времена были, я был молод. Грубо говоря. Так. Красная команда у нас Мурадин, Ригар, Загара, Назиба, Джайна. Так у нас составчик у нас для красной команды. Синяя команда Нубарак, Вала, Утр, Кейль и Тайкус. Ну, посмотрим. Здесь, в принципе, все от реализации зависит. Можно даже как-то стерпит красная команда урон от вот этих трех убийц. Как Вала, Кейль и Тайкус. Ну, все увидим. Увидим. Что там? Учите, утро у меня 6 левел. Не тут. А чё, всем можно писать? Лол. Всем можно писать. В лобби всем можно писать. Потом как в доте будет. Хорошо сейчас Джайна заехала по Вале. Вала сейчас... использует этот... фонтанчик маленький. Это уже, в принципе, минус на... там, 100 секунд. Для Валы. Вот, посередине у нас снова загара, как в прошлый раз было. Не буду я там говорить, что там с ним может произойти. Вот, внизу у нас один Нубарак. Ну, он как танк, в принципе. Если при суховой игре ему опасность не угрожает, но вот... если постоянно такие мувы делает, то Нубарак быстренько сольется. Что-то как-то я видел, этот Тайкус так подошел, хотел ганкнуть загару, но все-таки пошел наверх. Наверху. Ну, у нас святилища. Через 6 секунд станут активны. Посмотрим, что сейчас будет. Ну, как видим, по текущему положению героев, в принципе, верхний у нас может быть
будет занят красной командой, а нижний синий. Ну, как мы видим, совсем все по-другому сейчас. Матч развивается. Сейчас синяя команда область Святилища контролирует. Правда, на центре Кейль очень ясно защищает дракона. Поэтому даже не знаю, что тут будет. Тут могу терпеть только. И... Ну да, сейчас красная команда пытается перехватить себе инициативу. Правда, вот, ну, один Кейль в середине все-таки не справится с Агарой. Если, конечно, ее не убьет. Кейлю надо вот подходить. И вот такой небольшой минус, чтобы... законтролить Закару, Закара может там Ешку свою использовать, буквально ПКД, и немного отнимать здоровье у Кейли. Соответственно, он уже не сможет ничего дальше делать, сейчас его даже убьют. Да, его убивают. Приходит, конечно, тут DJ Respect как-то помочь своему Кейли, но было уже поздно. Было уже поздно, и у нас дракон за красной командой сейчас будет. Должен быть, если, конечно, диджей не успел, все-таки его сейчас тоже убивают. Закара вообще потрясающе играет. Закара на миду. Может, значит, Закара на миду грамотная. Причем сейчас билд надо посмотреть. В основном, насколько у нас бонус в полной здоровье, на слизи увеличивается, и я ядовитый отросток. Вот такой билд. Интересно, в принципе, билд. На тебе как-то запомнит. Ну, я ядовитый отростки сам беру. Меня как-то тоже подходит. Плюс еще вот на 7-м левеле, по-моему, да? Талант, который позволит быстренько восстановить ману здоровью Загара. Вот Загара очень грамотно играет. Тут красная команда пытается щемить, пытается как-то продамажить, пока синяя команда просто держится. Но как видел, что вот, как говорил вначале, что вот, синей команде надо, вот, точнее, не надо, она может как-то вот продержаться от такого урона, который может нанести красная команда со своими комбинациями. Но, как мы видим, ситуация совсем иная. Не очень сыграно. Ребята в красной команде попались. Более сыграно сейчас все-таки ребята из синей команды. Тот же Регар, там тоже даже Загара, который сейчас, возможно, невозможно. Да, Влад, все решит 10 уровень. Ну, в принципе, да. Но тут, смотри, пока как раз синяя команда у нас впереди, соответственно, она, если вот продолжать будет наращивать свое преимущество, ну, первую возьмет 10 левел. Потом, возможно, будет какой-нибудь развод на файт, ну, и это уже вот снежный ком, и красная команда нигилирует в этом матче. Как-то так. Привет, Влад. Сейчас я не играю, но к лучшему. Так что твои шаманские методы потому сделать, точнее, написать волшебное слово из двух пек посередине не пройдет. Как мы видим, мейн танк красной команды убили. Это пропуш. Пропуш. Ну, пропушили настолько среднюю линию, если считать гейт. В принципе, сейчас могут и нижнюю пропушить. Тут Сакара, в принципе, рядом. Тот же Назима. Ну, вот и... минус гейт. Уже на минус 2 гейта для красной команды. Надо что-то делать. Причем сейчас близится 10 левел. Десятый левел близится. И близится какой-нибудь такой файт ульта против без ульты. Возможно такое, если, конечно... Ой. Тут, кстати, Джейн очень хорошо зашла на... Тайкуса, его просто уничтожил. Причем она даже двоих уничтожила вместе с Валой. Это жесть, на самом деле. Очень опасная Джайна у них, я смотрю. Очень опасно. Сейчас еще она и Анварака заберет. Вообще минус 3. Офигенная Джайна, я смотрю. А можно еще раз про героев? Это что-то вроде пати игры с пиками, или рандом набирается команда? Ну, смотри, Лига героев в Heroes of the Storm, это, грубо говоря, ранки, как в той же Доте. Там ты, в принципе, можешь и пати свои пойти, можешь и соло. Вот, но подбор у тебя идет, грубо говоря, по рейтингу. Твоему, грубо говоря. Ты так вот и драфт мод на пик героев. Нежели просто вот ты взял героев, там уже быстрых матчах, и уже идешь. Просто группу заходишь. Так, у нас замес тут на центре. Вместе с драконом. Правда, у дракона практически хп нету. Как растратил быстро загара, если это хп. Ну, сейчас оно, в принципе, может уже отвлечься от своего дракона и пойти дамажить.
принципе, она сейчас это и делает. Ну, хороший ульт прям двоих, причем сбивает того же танка. Сцепляют Тайкуса. Просто не знаю. Ну, реально, вот. Я же говорил, что развод на 10 левеле. Ульт против нет ульты. Мы видим. Уже 11 к 8. Опять игра в одни ворота. Причем пик-то, ну, не такой уж самый плохой у красной команды. Там можно было что-то сделать, но увы. Да, это последняя катка. Ну как катка? Это мы смотрим. Кто-то хотел реванш, заставил второй раз. Но реванш, видим, как-то получилось. Ну, бывает, тут бывает, в принципе. Ну, вот выход Джайны прям на трех героев, это было нечто. Просто нечто. Внизу нас пытается как-то пропушить немного линию, но не удастся сейчас просто команде это сделать. Тут времени нету на это. И два игрока из синей команды сюда подходят. На центре пытаются Мародин забрать. Ну, такой толстый Мародин с 12 против 9 левела, но это ничто без ультимативной способности. Просто на базу его отправляют и все. Не нанеся ему такого серьезного урона. Как-то красная команда сейчас ютится на центре. Ничего не делает. Но, в принципе, она должна сейчас очень сейфово играть. И да, собирать кемпинги ей надо. В принципе. Но как мы видим, вот этот кемпинг спала синяя команда у нас. Это уже небольшой такой минус, который дал вот пропушить хотя бы немного вот эту вот вышку. Дальше это еще пойдет. Нарастающий. Мурадин отжать вот это святилище, его тут возможно сейчас убьют, потому что 10 левел все-таки появился у нас у красной команды. Здесь ультимативные способности. Заряжается у нас DJ Respect. Пытается наносить урон. Джайну ультуют. Джайну сейчас возможно заберут. Да, и в принципе забирают с помощью ульты. Тайкуса. И Мурадин. Мурадин, конечно, терпит. Отходить ему надо. Загару еще забрали вместе с Феникс, с помощью Феникса. Грамотно сейчас ультура еще увала. Вот расслабилась красная команда. Сейчас вот еще один такой тимфайт и... Я, по-моему, сказал, расслабилась синяя красная команда. Расслабилась синяя команда у нас. Красная команда может, в принципе, сейчас какой-то камбэк сделать. Ну, зачем так надо было заходить? Прям четверых, грубо говоря. Ну, Варлок видно контролирует игру. Я нам подошел Ригар, который может, в принципе, остановить. Кстати, у Ригара какая ульта? Усиление предков. Вот опасно, в принципе, здесь мувы 5 на 5 очень для красной команды, потому что, судя по сыгранности, мне кажется, здесь синяя команда может выиграть такие тимфайты 5 на 5. Но синяя команда сейчас просто поодиночке отдается, это минус. Красная команда держится тут пятером, пытается как-то вот по одному забирать синюю, наращивать себе левел и хоть какое-то преимущество себе, возможно, сейчас будет делать. Чё, вообще, вот здесь вот очень хорошо бы сейчас вошла бы ульта Загара, но Загара пока не может ничего сделать. Кстати, у нее ульта. Ульта у нее пока недоступна. Ну, 13 секунд где-то, по-моему, да? Да, 38 уже секунд. Вот 80 секунд подождать, если бы сейчас никто не умер, то жалко сейчас, Джайна умрет, возможно. Ульта Загара и все ГГ. Хотя и так уже видно, ГГ минус 2 было. Расслабилась красная команда сейчас. Надо было больше таких командных действий, обманок, чтобы по одному вытаскивать игроков синей команды и забирать их поодиночке. Сейчас получилось совсем по-другому. У нас там подписался Bright Ray, спасибо за подписку. Ой, все красные пекло, какие жопы, да. Да, ты вовремя. У меня 20... Я знаю, что там не очень хорошо все с подбором, это я все знаю. Поэтому я и так саркастично сказал про рейтинг. Прив, как думаешь, почему на DreamHack мы фрионы пикли чаще, нежели дрик саппортов? Ну, потому что это нормальный саппорт. Это, в принципе, помочь может, зарутить может и... Все, что хочешь, может еще ману установить. Поэтому он считается одним из лучших.
Поэтому его и брали. Плюс, возможно, какие-то наработки у команды с ним были. Но особенно его рут. Его рут очень опасен, когда Муфурен его прям рон ставит себе. Поэтому получается. Красная команда пытается как-то на базе отдефать свою цитадель. Но в итоге красно-синяя команда уходит с минус Джайн и с малым количеством ХП. Не очень хороший размен, на самом деле, потому что дракон-то у нас остался, дракон может тут хоть что-то напрохарасить. В принципе, сейчас дракон может на низ спуститься и здесь уничтожить эти форты. Форты — это опыт. Уже 16 к 13, кстати, после этого замеса. Ну, в этом времени, мало не посмотрел за таймингом времени. Пытается тут Мурадин что-то инициировать. Отходит Назиба. Мы сразу так пинговали, как мы видим. Загар, я смотрю, что-то хорошо играет. Подходит в лес, уходит, немного дамажит, надамажив при этом. Иди помоги себе взять первый рейтинг. Знаешь, это трудно. Это слишком трудно, это impossible. Если бы взяли за утро был кредо, было бы иначе, но... Не знаю. Вообще бы Муфриона был, может. Какой-нибудь труд там на ту же Джайну постоянно, или... Какой зовут? Загару. Было бы получше, как мне кажется. Плюс вот это вот ульта у него масс. Ульт. Масс хил. Извиняюсь. Было бы, мне кажется, более полезно. Если так вот подумать, значит, Малфурен. Малфурена я вообще не люблю, как вот, не знаю, героя. Немножечко. Не то, что героя. Слигры мне нравится на нем. Но вот как его реализовывают, это да. Поэтому сейчас один из топ-пиков. Как и там та же Сильвана. Сильвана мне больше нравится. Пытается тут пройти с валу. Кстати, мне кажется, не очень хороший ульт у сейчас Вутера. Совершенно не очень хороший. Вот произвел на чит, и в итоге просто вот минус 2, минус 3 уже для красной команды. Чит был буквально на валу, вала ничего тут не смогла сделать. У красной команды еще плюс преимущество Клэвеля, плюс буквально у всех просто половина ХП. У всех, никто не умер. Как-то даже не знаю. Эта красная команда пытается тут кемпинги забрать, как мы видим, но это... Реаль Даркнесса нет. Даркнесс, ну, где-то он тут был. Где-то был. Но сегодня мы с ним играли, так что... Я думал, он сейчас не появился, видимо, занят. Так, что у нас по статистике? По статистике. Урон по героям. У Загара самый максимальный, кстати, в этом матче. Наконец-то. Наконец-то Загара. У него и Кейли. А сад урон тоже на максималке. Вот, причем сейчас Загара берет и дракона. Соответственно, она точно будет сейчас макс по осадному урону с этим дракончиком. Дракон. Не буду палить. Не очень сейчас грамотно мув. Надо сейчас отходить эти драконы, только трата ХП его. Вообще трата самого этого дракона. Пришли аж 5 с красной команды. Я специально это не говорил. Что у нас как бы в реал-тайме все это без задержки. Ну, подходит у нас синяя команда. Естественно, сейчас на пуш все это. Ультует Тайкус у нас. Пытается противостоять вот этому дракону. И зажать немного ХП у красной команды. Но тут ничего не получится. У синей команды. Ничего не получается, как мы видим. Просто вот ХП исчезает, тут же восстанавливается с помощью Регара. И вот еще грамотный ульт от Джайна сейчас только что прошел. Прям буквально двоих. Минус 2. Дракон минус. Спасибо за подписку, Джимини Андед. Загар перед дамажа на Джайну. Ну, тут в этом матче я бы так не сказал, что это совсем плохо, потому что Джайну тут у нас прям минус 3 забрала где-то в середине матча. И эти минус 3 дали довольно хороший опыт. Так что, в принципе, ну тут... Можно сказать, что Джайна да не очень. Но у него 36к, 69, ну 65. Особенно, так что, в принципе, пока она ровно идет. У нее опыта вон самый максимальный матч.
потому что, ну, в целом, я бы не сказал, что она плохо играет. То есть вот эти мувы такие у нее были, пульсульт, помогали команде очень хорошо. Тут статистику еще так надо фильтровать на самом деле, тут не особо тут показывает, прям вот кто топ, а кто нет. Просто да, тогда можешь, ну вот загары легче, мне кажется, надамажить прям. Хотя ее сейчас убьют. Вот, ну у нее много вот этих вот так маленьких миньончиков, с помощью которых можно так вот, просто когда она даже умирала, продолжать дамажить. Ну, Джайна, конечно, да, она там может критануть, с другой стороны. Но Джайна у нас так. У нас держится сзади. Ну это, в принципе, естественно, потому что хп у нее мало, всего 2к. Мурадина аж 5. Если она попадет, то это, естественно, килл будет, а кит сейчас лучше не отдавать. Особенно, когда вот можно как-то вот сейчас развести на файт и убить полностью красную команду. Но тут к синей команде лучше отходить, потому что в меньшинстве она находится. Загара нету, входного из дамажащих героев. Джайна, она сейчас не справится. Почему? Ульт. Ой-ой-ой. Хороший ульт, в принципе, был сейчас от Джайны, но это закончилось буквально... Не знаю, аннигиляция самой Джайны и... Казалось, совсем равным бы сейчас замес был. Ну, хорошо, но сработал Регард. Мы видели, он грамотно сейчас восстановил хп, грамотно провизует. В принципе, сейчас как-то Надя бы улетает по дамагу. Надя бы не улетай. Заиграла сейчас немного синяя команда. Не надо сейчас ей отдаваться. Можно было как-то сконцентрировать урон по одному какому-то герою и их разобрать, я бы так сказал. Пытается тут Мурадин. Причем моем Мурадин так, мы реально дамаг-то увеличили, буквально там четверть хп съел от текущего значения. Загар возродилась, ну все, когда загара приходит, это, можно сказать, килл. По-моему, у нее один муталиск, да? Увеличение зарядов. Сейчас, тихо-тихо, я билд посмотрю. Да, такой же билд, тоже так делаю. Хороший билд, на самом деле. Мне он нравится, то, что сейчас Сагар делает. Это говорит о том, что Джайна не очень. Джайна всегда должна быть топ-дамаг, если в команде нет Валаки или Сильван. Так думаешь? Ну, не знаю. Мне не кажется, что она всегда вот должна лидировать по дамагу. Ну ладно, это уже Нюня судить. И что у нас тут происходит? Замес у нас пока. 20-19 левел, опять минус Регар, кстати, минус Джайна. Джайна как-то под конец матча начала, ну, так, просто видеть, грубо говоря, секс, у нее смертей. Джайна 4, Келли 5. А, ну Келли это красная команда. Но Барака, правда, 7. Вот. Как-то видеть немного начала. Это, естественно, плюс к опыту красной команды, соответственно, как-то может сейчас вот красная команда камбэк сделать. Хотя не уверен, потому что, ну, 6 фартов у синей команды, это надо еще сколько времени иметь, чтобы их все сломать, хотя бы на одной линии. Причем дракон постоянно у нас у синей команды находится в руках, еще на нем загара. Правда, загару сейчас щемит, мне надо аккуратно дракона проконтролить. Не лезть прям на рожон, вот, дракон буквально сейчас вот уходит никуда. Мне кажется, надо было все-таки не загара брать этого дракона, но тут, видимо, пришлось ее взять, чтобы не отдавать его красной команде. Надо будет ему уже на зипу там дать этого дракона, а загара пусть свой дамаг распределяет по игрокам красной команды, ну это так, мое мнение. Причем 21 к 10 у нас по убийству. Сейчас все-таки синяя команда решает пушить, как я смотрю. Пытается как-то пропушить, минус вот этот порт. Вверх на верхней линии. Сейчас должен быть замес контрольный такой, который покажет, кто здесь царь. Ну, минус загара. Сейчас, возможно, минус еще кто-то. Минус Назиба. Не успевает Регар его отхилить. Минус сейчас, возможно, будет так же, как Регар и Мурадин. Не очень сейчас сыграл синяя команда. В общем и целом, минус 3 героя потеряла. Потеряла и дракона, хотя уничтожил вот этот верхний форт. Но это дало
вернуть, грубо говоря, левел красной команде. Но красная команда... Ох-ох-ох. Урон. У Джен это урон поднимается. Но сейчас ее убьют. Втроем? Да. Причем еще рядом Утер хилил. Но она одного забирает. Того же Утера. Ну, Утера опасно забирать на самом деле. Прям вот первым иногда. Я так думаю, статистика многих ранг-иди. Ну, вполне возможно. Вполне. Тут я уже не буду спорить. Джайна 57. Урон. То есть она где-то на 4 месте по урону. 18.5. Ну, 5 это, конечно, много. Для убийцы смертей в этом матче. Вообще в любом матче. Сейчас, в принципе, красная команда может как-то святилище взять через 20-19 секунд, но через вот эти 20 или 16 секунд у нас появится вся синяя команда, так что она может как-то противостоять вот этому, хотя у нас сейчас тут убирает загар, вот это минус, большой очень для синей команды, очень большой минус. Сейчас просто немного развели синюю команду и загар. Загара минус на 1 минута, соответственно, это минус урон, хотя тут может даже тот же Мурадин задамажить. Сейчас он должен прыгнуть еще. Свои ешки, да, прыгает. Но, правда, свой молот он бросает мобов. Щемит пока. Синяя команда, красную команду. Прям к цитадели. У цитадели сейчас будет файт. Но, мне кажется, он не закончится ни в чью пользу. Что сейчас логичнее было бы красной команде сейчас просто отойти назад, взять бы святилище и уже вместе с драконом что-то делать. Но, как мы видим, красная команда что делала? Забрала Мурадина буквально в одиночку. Осталось у нас только три команды у синей команды. Три игрока из синей команды. Их тоже по одиночке причем раздают. Надо было все-таки отходить реально в синей команде. Они стоят вот здесь вот где-то. Ну, видно было, что вот сейчас файт будет здесь. Чем нам было подходить туда, где вот урон, естественно, будет много, там, а тот же цитадели, а тех же мобов, не знаю. Вот, можно было просто отойти, спокойненько взять вот этого дракона, очередного, и уже пойти пушить. Правда, без загара, но... Загар, если у синих сразу проблемы. Да, именно. Загар у них один из топов. Топов сейчас, пике. Кстати, по урону у нас бы... Красной команде вообще сейчас топ урон. Ну, это вот после вот этих замесов. Последних. Красная команда может закомбэчить, в принципе, может. Шансы есть, если вот синяя команда не прекратит вот отдаваться по одному. Я не знаю, сможет он это сделать или нет. Что сейчас вот пострадает Назьба, у нас минус Назьба. Что должен быть. С помощью на барака. Да, минус. Мурадин пытается тут что-то сделать. Сейчас причем минус загара будет, не дай бог. Не дай бог, это так говорю, конечно. И дракон у нас для красной команды. Первый в этом матче. Кстати, первый флор был уничтожен для красной команды. Мы этого немного заметили. Тут просто практически всю литерею бросает красная команда на синюю. Там тот же Тайкуса не удается нам восстановить. Кому-то хп регар, и в итоге удаем, у нас красная синяя команда остается, и возможно это будет сейчас тотальный пуш. В принципе, он должен быть вместе с драконом. Дракону большое количество хп, но это левель, поэтому естественным вариантом будет именно пушить. Пытается Джайна как-то задержать дракона с помощью своих ворот. Не ворот, кольцо мороза. Видимо, опять промахивается Регар. Не успевает отхилить. И минус Загара. Эту катку можно закончить прям просто сейчас. Если сейчас красная команда отойдет, то это будет их минус. Мне кажется, она не отойдет уже. Да, ГГ. Красная команда собралась и выиграла. Только вот потому, что вот начала по одному отдаваться у нас синяя команда, как я считаю. Вот типичный камбэк. Поздравляем красную команду с победой.
Хотя да, у обеих команд были ошибки, но вот главная ошибка это то, что в последних тимфайтах как-то синяя команда начала по одному так отдаваться, и в итоге 25-23. Максимальный урон у нас на Азиба 98, причем у синей команды 98к урона. Самый большой осадный урон у Суккеля 261. Вот это жесть, да. Это мощно. Мощно. Ну да, как тут заметили в чате, начала Закара отдаваться, то все уже. Не очень все хорошо пошло у синей команды. По талантам. В принципе, вот я показываю таланты. Что-то у нас можно посмотреть. Да, ГГ. Интересно, Джайну нашла через Кьюжику, как мы видим. Просто весь урон на Кью. Мощь тайной магии. Загара, тот же билд, что, в принципе, был в прошлом матче. Да, вот Муталис, конечно, иногда решает при погоне. Иногда. Но, как мы видим, две кровь за кровь у красной команды решили. Наверное, исход в некоторых замесах. Вот эта кровь за кровь, хороший талант. Ну, ладно, я тогда с вами... Да, ты знал. Я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш YouTube канал Гохамедиа, на наш Twitch. Наверное, мы сейчас вот будем именно на Твиче стримить Heroes of the Storm. Ну, а посмотрим, может, другие какие-нибудь игры. Ну, у нас основной канал YouTube, поэтому все основные активности, там, тот же E3, который мы будем тоже транслировать в переводе, все пресс-конференции, вот, тоже у нас будут на YouTube на Гохамедиа. Такой небольшой анонс. Сейчас идет, насколько я понимаю, стрим по арку, так что можете на наш канал туда подключаться. Но я с вами прощаюсь. Запись будет также на YouTube этого стрима. Всем пока.